Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и добро пожаловать в игрушку «Остров загадок». Суть такая, мы попали на необитаемый остров, и нам надо как-то из него выбраться. Что ж, давайте посмотрим эту игрушку, игра новая. Идет такая загрузка. Так, ну что ж, меня зовут Элизабет. Последнее, что я помню, мы с другом путешествовали по океану в наше... Так... Во время нашего путешествия мы попали в страшную бурю. Наверное, меня выбросило на берег. Кажется, я вижу письмо. Может быть, это от моих друзей. Нажми на подсказку, чтобы найти письмо. А, вот, отлично. Мы с вами на острове. Что? Мне нужно, короче, тут найти с вами обгорелое письмо. Парусник, шляпу, кинжал, сундук, змею, мышь, компас и отпечаток руки. Вот она, змея. Так, сундук, кинжал, обгорелое письмо. Отлично, отлично. А теперь найди все предметы из списка ниже. Также шляпа. Это же шляпа? А, вот она, шляпа. Сундук, кинжал, отпечаток руки. Отпечаток руки. Компас, мышь. Мышь какая, интересно. А, так, вот она, мышь. Компас, сундук, парусник, кинжал. Кинжал, компас, сундук и парусник. Это спички. Это парусник? Нет, это... Ой, это флаг. А где парусник? Сундук и парусник. Сундука я не вижу. Это же не сундук, это... А, вот он, сундук. А вот парусник, где ты можешь быть? Проблемно тут. Есть подсказка, давайте посмотрим. А, я бы не нашел бы его. Корабль, парусник. Так, общий очков 118, отлично, продолжим. Так, открыть запись. Надеюсь, эту запись нашли. Мы будем идти вперед и оставлять записки в надежде на спасение. Так, ну хорошо. Значит, мои друзья еще живы, нужно их найти. Нужно двигаться дальше с этого пляжа. Для этого я более тщательно его обследую. А, вот, тут будет открываться потом следующие с вами локации. Что у нас тут есть? У нас есть очки, у нас есть энергия. Так, золото. Так, ну видно, что игрушка... Ну, сделано любителям, я так думаю. Ну, довольно-таки неплохо. Смотрите, сколько тут много уровней. Ага, надо со временем с вами побеждать. И у нас будет накапливаться опыт. И мы с вами сможем следующую локацию открыть. Давайте поищем. Так, кинжал, мышь. Причем она там же находится. Змея, стрекоза. Потом бабочка, парусник. Да, ничего не меняется, все на своих местах. Монеты, компас. В некоторых играх сложнее играть, потому что все со временем начинает меняться местами. А тут же нет, тут все остается на своих местах, поэтому второй раз уже будет искать намного проще. Я даже могу не читать, а в принципе меняются только, ну, названия. Так, вот он, парусник, флаг пирата. Стрекоза. А, стрела. Стрелу мы с вами еще пока что не видели. Есть спички, есть компас, ракушка, рваная сеть. Рваная сеть и стрелу мы пока с вами не находили. А, так, это что такое интересное? Не видно. Вот она, рваная сеть. А вот стрелу давайте посмотрим. Пользуется подсказкой. А, вот она же, стрела. Так, мы набираем опыт. Не очень много, но чтобы много опыта было, надо быстро пройти, видимо, игру. Давайте попробуем. Так, а, смотрите, шляпа. А, нет, вот она, шляпа, рваная сеть, ракушка, ключ, я не знаю, обгорелое письмо,
Компас у нас на месте, сундук у нас на месте, монеты. Так, веревка и ключ у нас пока что еще не было. Вот он, ключ и веревку. Веревку, я не помню веревку, давайте посмотрим. Вот она, веревка в самом углу. Так, ну со временем мы играем и пляж открываем. Давайте попробуем открыть пляж. Змея, так, бабочка, бабочку я не помню. Так, спички, стрекозу я видел, веревку я теперь знал, где кинжал, ракушка, рваная сеть, стрела где-то вот, вот она. Бабочка, где же ты можешь быть? Вот она. Так, опыт у нас растет. Требуется 4 звезды, чтобы открыть локацию. 8, 12. По 4 звезды, я так понимаю, открывает локацию. Давайте, нам осталось 2 звезды всего лишь найти. Веревка пиратская. Пиратская шапка. Монеты. Змея. Потом бабочка. Парусник. Сундук. Уже намного проще искать. Шляпа. Рваная сеть. Ух ты, как много. Сейчас мы попробуем еще быстрее. Так, стрекоза, отпечаток руки, потом шапка, потом змея, стрела, компас, ракушка, рваная сеть и монеты. Довольно-таки быстро мы с вами прошли, много-много очков заработаем. Ну, не хватает нам 4 звезды, поэтому нам надо продолжать играть, у нас скоро энергия закончится. Но ничего страшного. Так, отпечаток руки, стрекоза, потом ключ, сундук, пиратская шапка. Видите, как просто, стрела. Поэтому повторение, мать учения, всегда так говорят. Первый раз сложно, а потом все проще и проще. Уже все на автомате делается. Так, ну и последний раз нам надо будет сыграть. Так, что у нас? Стрела, потом шапка, рваная сеть, бабочка, мышка, стрекоза, монета, потом компас и парусник. Отлично, продолжим. Вот, открыта у нас новая локация. Давайте с вами посмотрим. Первые следы. Просто посмотрим на эту локацию, интересно. Идет загрузка, видимо, будет диалог какой-то. Мне кажется, я вижу шляпу своего друга. Это их первые следы. Да, сейчас будет сложно. Ботинок. Ботинок, бинокль, ключ. Вот он, бинокль. Ключ. Ботинок. Вижу ли я ботинок? Вот он, ботинок. Нож, обезьяна, змея. Так, нож, обезьяна, змея. Так, ну вот он, змея. Ладно, наручники, ананас, кузнечик. Ананас, кузнечик. Вот он, нож и обезьяна. Вот она, обезьяна. А вот где нож? Вот он, нож. Так, отлично. Ну, сейчас нам будет, я думаю, проще. Давайте еще раз. А мы последний раз как раз сможем сыграть. Так, бинокль, потом компас, потом часы, ящерица. Мы с вами видели ящерицу. Изумруды, ремень. Так, ремень не вижу. Обезьяна, чайка, ключ, изумруды. Чайка, ключ. Ну, чайка на своем месте. Ключи, изумруды. А вот с этим проблем. Вот, наверное, изумруды. Нет, это я ошибся. Ключ. Где же можешь... А, вот ключ мы с вами находили. А изумруд давайте попробуем найти. А, вот, ну я же нажимал сюда. А, я на синюю нажимал. Немножко ошибся. Так, ну все, закончилась энергия. Можно продолжить за один голос. Но мы с вами не будем тратить. Позже потратим. Такая вот игрушка, ребята, Остров Загадок. Вот. Комментируйте, ставьте палец вверх. Возможно, с вами вернемся. Проходить эту игрушку. Но первый эпизод мы прошли, вот у нас сейчас второй эпизод. Ну, довольно-таки простая, легкая. То есть предметы не меняются, а меняются только слова.
Поэтому оно легче. Если первый раз вы сложно думаете все, потом вам уже визуально проще это все найти, так как вы уже знаете, что где лежит. Вот такой вот порядок. Ладно, ребята, с вами Алдариди. Вот это была игрушка «Остров загадок» ВКонтакте. И всем до скорого. Пока-пока, еще увидимся.